Всем добрый день, гости и подписчики канала, также новые зрители. Хочу сегодня рассказать свое понимание о том, что видел на канале Салтаненко. Миллионы просмотров в соцсетях и на канале YouTube. «Стань разрушителем твердынь». Да, есть такая передача «Разрушители легенд». Там два человека разрушают разные легенды. У Бога это все намного проще, интереснее. И как же я вижу о миллионах просмотров, что сам пастырь, он... Ну, как же он работает? Он пригласил на базе слова, на базе откровения людей присоединиться к ведению, стать блогером, и каждый по чуть-чуть вложил свой труд, и вот миллионы просмотров. И вот это тоже такая интересная модель, и так Иисус сделал. То есть он научил, передал ведение, и вот люди, если для формирования новых религий нужны были тысячи лет, да, но мы видим, когда пришел Дух Святой, понадобилось 100 лет, и очень много учеников, они стали последователями Иисуса Христа, и на сегодняшний день мы имеем 1/3 планеты, это человек, который соприкасался с христианством, или он знает о Христе, или любит Иисуса, или является учеником и последователем, то есть 1/3 это достаточно много. Моя жизнь является как примером, которое, что я могу быть в своей жизни как разрушителем твердынь, то есть я это делаю сам, потому что тот негатив, который во мне есть, он стоит пластом, и он блокирует мое развитие, и слово блокирует, и только слово Божье, ну, я имею в виду о слове Божьем, и слово Божье, оно может эту твердыню как, ну, вот, разрушить, разобрать ее на составные части под основание. И то есть я могу быть тем, кто сеет откровение, а также могу быть тем, кто сеет зло. И выбор за мной, я буду миллионы просмотров кому делать? Или те люди, которые будут слушать Слово Божье, Евангелие, или это будет просто какое-то шоу какое-то очередное, какая-то новая очередная религия, которых и так уже достаточно много, только христианских религий, там что-то вроде 40 тысяч. Зачем мне быть еще одним человеком, который плодит еще одну религию? Надо быть учеником Иисуса, любить Слово, исполнять это Слово. В этом-то и заключается, что я могу Библию читать, перечитать, но если я к себе не применяю, то это очередная религия. Вот. Поэтому благодарю, что ты зашел на канал. Поставь лайк, чтобы это кому-то порекомендовало, если тебе видео понравилось. И заходи иногда, пиши комментарии, я читаю комментарии. Все, всем пока. Как апостол Павел говорит, мы сильные Богом на разрушение твердынь. То есть апостольско-пророческий дух в твоей жизни – это тот сеятель, вышел сеятель, сеять Слово Божие. Так хочется смотреть все время вечером вебинар успеха. Но не получится быть успешным, когда смотришь вебинар, если ты верующий человек, у тебя есть дух, у тебя уже душа начала возрождаться, уже ты становишься новым человеком, уже у тебя прописывается, у тебя уже даже физиология меняется по чуть-чуть. Нужно слушать пророческо-апостольский дух. Он разобьет твердыню, сильный Богом на разрушение твердынь. Аминь. И всякое помышление пленяется в послушание Иисусу. Заметили, послушал слово, как-то хорошо стало с мыслями. И понимаете, что с нами происходит, когда у меня есть такое проявление старого моего ветхого человека, что-то из остатков этой разрушенной твердыни, когда оно выходит на поверхность, я очень четко анализирую эту мысль. Я как рыбак, знаете. Опа, появилась, всплыла. И это для меня хороший знак. Хороший знак, чтобы сказать, что это грех, чтобы покаяться, чтобы назвать все своими именами, а не говорить снова, кто-то виноват –